Всем привет, с вами... Вы на канале Зотовс Фэмили. Рыся, рыся. Рыся, нельзя селфи-палку грызть. Вы на канале Зотовс Фэмили. Сегодня мы решили для нашей Машеньки сделать поделку в садик. Вот, мы хотим сделать трех поросят, ну и, соответственно, домики для них и всех материалов, которые у нас сейчас есть вот на улице, ну, кроме, пожалуй, камушков. Не запаслись мы камушками, пришлось их купить. Вот, первый поросенок у нас из соломы. Мы купили новый веник, его немножко раздеребанили. За 99 рублей. Да, так что теперь мы будем сейчас клеить наш домик. Куда? Сюда? Нет. Мы вот между собой солома. Будем клеить. Да, вот наша солома. А термоклеем или? Термоклеем, да. Давай. Так, ты вот так вот, бери, да. По очереди все будут клеить. Ну, чуть палочкой вот кто так первый? Вот проводи. Ну, первый Катя, наверное. Так, давай. Чекай, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Так, дальше. Давай следующее. Дальше. А вот так вот будет. Ну, немножко криво, нет. Ну, давай, Кать. Давай. Будешь приклеивать? Да. На, держи вот эту штучку. Только и прижимай прям к Кате. Только аккуратно, Маша, горячая, аккуратно. Сейчас будем все делать по очереди. Пар идет. Так, давай. Прислони. Все, вот так молодец. Вот, все супер. Так, дальше Наташка. Вот так вот у нас получается. Ну, там вот. Видно, как получается. Сейчас мы построим одну стеночку. Быстренько. Потом будем делать домик из веточек. Так. Так, пока девчонки делают, я сделаю крышу. Так, а где у нас? Рыся! А где у нас были эти ленточки? Вот ленточка. Валяется ленточка. А, нет, мы сейчас мы вот так сделаем. Или просто положим сверху? Я не знаю. Ладно, сейчас сделаем. Я тогда сделаю крышу для домика. Клеим, 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 так, ну а дальше? Сколько там? Семь? Сколько? Там пять. Маш, посчитай, сколько? Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Молодец. Давай, клей. Может, мы пока с тобой хотя бы одного поросенка сделаем? Да, поросенка сделаем, пока девчонки клеят. У нас поросята будут из каштанов. Сейчас мы и покажем. Пластилин. И пластилины. Сейчас покажем, какие у нас будут классные поросята. Поросята розовые, да, Маша? Ты? Какого? Какие черт. Будут? Вот черт. Вот такой. Вот такой? Золотой. Золотые. Давай золотые. У нас еще серебряные, Маша, хочу... есть. Еще серебряные. Хорошо, вот и золотые, серебряные. Сколько на шесть? Там шесть. На, КТ-шарик. Мам, надо семь штучек? Господи. Семь. А тут шесть. Последняя, Кать. Будет одна стеночка готова. Да. Подожди, мам, это не приклеено. Она не приклеилась. Катя. Сейчас, Катя, добавь здесь чуть-чуть. Давай вот эту клей. Давай, клей. Слишком... долго это несем. Вот эту так. Отдери. Вот. Так, давай. Теперь смотри, вот так вот сформируем мы с тобой. Вот так вот. Видишь, и еще одна отклеилась. Вот. Теперь... Не-не-не, подожди, нам надо сначала как сделать. Это одна лапка только, Маш. Если ты будешь ломать, она постоянно будет отклеиваться. Только разноцветные лапки. Вот так же. Нет, не разноцветные. И у нас еще вот одинаковые лапки, а поросята будут разные. Один будет золотой, другой будет серебряный, хорошо? Так, одна лапка. Давай еще лапку. Вот, Маша и мама. На, крути. Делай шарик. Так они не будут простыми. Как ты будешь? Не будут простыми, а золотыми, да, только. Только золотые. Так, все, у нас семь палочек. Вот такой заборчик. Вот не заборчик. Ставь. Вы сделали криво. Стеночка. Он теперь смотри, как у тебя будет стоять. Ну ладно, бог с вами. Так, пускай он у нас... стенка. Раз стенка готова. Так, теперь давай все. Вторую стенку делать. А вот уже. А, вон еще, да, да. Ну, я просто Катя кладу. Ну ладно, семь штук это. Все сделала. Ну ты ж бери палочку одну. О, молодец. Так, смотри. Теперь делаем вторую ножку. Да. Вот у нас вторая ножка. Да, отдирай, теперь будет третья ножка. Так. Вот такого размер. Да, вот чуть-чуть, давай, да, вот так вот. Куда приклеивай? На.
Я буду завтра лепить из пластилина. Буду делать серебряную стенку. Серебряным и золотым. Даша, оранжевым и золотым. Быстрее высыхает он. Постарайся немножко по этому. Ну, конечно, будет стоять, но кривоватенько. Так, вторую. Мне потом помощь придется, нужна будет. А, обязательно. Третью, а не вторую. Третью уже сделала. Теперь четвертую, последнюю. Чего? Да подожди, ты не дави. Хорошо. Початилась чуть. Вот она стеночка делает, вторая. Так, подожди, что-то у нас одна ножка маленькая получилась, Маша. Давай, еще моя самая любимая палочка, она мне больше всего подойдет. Вот такая красивенькая она. Ровненькая. Красненькая. Давай, делай этот шарик. Аккуратно, немножко слетать. Не надо! А то он опять, да, полез и сильно. Потому что когда дальше... Чуть как-то у вас криво терпки получается вообще. Давай. Кать, да как ее поближе бы к ней. Ну, конечно, сплошь посередине. Сколько мы дошли уже? Тут уже 5. Вот, смотри. Теперь мы будем делать пятачок. Нет, Маш, мы будем делать пятачок. Бери маленькую. Делай кружочек. Ой, нет, не пятачок, это будем делать глазки. На, делай маленькие кружочки. Из белого. Очень, постарайся очень маленькие. Нет, вот давай вот такие вот маленькие. Вот такие. Тот отдай мне, тот кусочек отдай мне. Не надо. Дай маме вот этот. Вот этот кусочек отдай мне. На, вот из этого делай маленькие кружочки. Мама, на, маленькие шарики делай. Так, вот. Делай маленькие шарики. А, еще одна палочка. Давай еще одну. Сделай. Вот что, нормально. Так, чуть-чуть. Вот, смотри, вот так вот делаем. А мы делали в саду поросёт. Да, правда? Да. Так, один глазик. И у меня получилось. Молодец. Мне не помогали. Молодец, здорово. Я знаю, что тебе не помогали. Нет, вообще поменьше сейчас. Так, вот так вот. Очень похоже на лягушку. Так, смешно. Так, у нас вторая стеночка. Вот наши две стеночки. Делайте третью стеночку. Третья. А это было там сколько раз? Там 6. Шесть еще. А, так, сейчас теперь давай в центр вставляем глазик. А, точно там есть. Или... Подожди, там еще должно быть 4 быть. Прямо? Так, да. Вот там еще 4. А, вот все. Прям в центр давай. Ну, аж бери палку. Так, и вот еще один в центр. Да, давай. Ну, прижми чуть. Не так. Делаем третью стеночку. Так. Теперь мы будем делать пятачок. Ой, пятачок. Берем красный. Ну, у нас красный. Беда пятачок, вот он уши, заболел. Уши. Точно. Ну, косите, Маш. Такой у нас косой получается, пока поросёт. Это не поросёнок, это лягушка. Ой, точно, на лягушку похожа. Светлана, все сейчас получится. У нас сейчас будет большой пятачок. На лягушку похожа. Да, Маш? Да. А, ну с пятачком будет уже похоже. Кать, давай, Кать, стенка. Да... Две дырочки, две. Так, вот сейчас сделаем две дырочки. Вот что, у пятачка было две дырочки. Это не получится, свин. Ой, зубочистками сделать. Ой, смотри, это клоун какой-то. Так, зачем зубочистками? У нас сейчас ножичек-то надо. Да? Кать, мы сейчас все будем готовы. Вот и ножичек. О, точно. Спасибо большое, Наташенька. Что бы мы без тебя делали? О, господи, бедный пятачок. Так, и теперь мы сделаем ушки. У нас все будет это красиво. Как можно, наверное, мы ножки все-таки сделаем розовым. Будет индивидуальная хрюшка. Я не возьму розовые ножки. Будет индивидуальная хрюшка. Вы нигде такой хрюшки не найдете. Вот так вот. Так вот. Давай. О, вот так вот одна. Ну, похоже на хрюшку? Да, теперь похоже. О, да, теперь похоже. Подожди, дай мы второе ухо приделаем, то пока. К нам пришла Рыся, а она нюхает солому. Рыся, Рыся, она же просто нюхает. Кать, давай. Рыся, похоже. Ой, ты понюхай наши стеночки. Вот она, Рыся, видно. Да, Наташ. Кто? О, показывай, Маш, какая она замечательная хрюшка получилась. Первый. Наф-наф-нуф-нуф. Не надо так далеко, вот так вот так хорошо видно. Кто это будет? Наф-наф, ниф-ниф или нуф-нуф?
Даша. Привет, это Даша. Кто это будет? Даша. Даша. Кать, давай стеночка. Привет. Привет. Нам еще к стеночке осталось две палочки. Пять. Эй, иди сюда. Так, Машуль, теперь мы с тобой будем делать крышу для второго домика, хорошо? Да? Маш, так кто будет наф-наф, ниф-ниф или нуф-нуф? Нуф-нуф. Нуф-нуф. Или хорошо, Даша. Кать, давай последняя палочка. Вот, стеночка, последняя палочка. Ты можешь посмотреть, он снимает, нет? Что? Очень прикольно, если не снимает. Да. Снимает? А, сейчас. Тут из-за селфи-палки не видно. Но снимают. Да. Да, там красная мигает. Такая. Мигает, все хорошо. Да. Ну, извините, нам надо было. Вот. Нам надо было посмотреть, снимает или нет. Потому что у мам бывает на телефонах на любом бывает такое, что камера сама включается. Да. Семь? Да, что? Так, теперь что? Соединяйте. Давайте будем соединять три стенки. Вот наши стеночки. Да. Ну, давай, Наташ, вот так вот. Так, да? Вот так вот, да. Нет! Вот так вот. Вот так вот, да. Да, все, будем. Будет сейчас одну стеночку я соединю. Хорошо, ну, нас соединяйте. Давай делать дальше, да, поросенка? Да. Один поросенок у нас готов. Да. Давайте поросенку сюда. Сейчас, подожди, мы поставим. Да. Наташ! Что? Давай. Ух ты! Для поросенка есть. Сейчас поросенка посадим в домик. Да. Так, давай, смотри, дальше. Ты что-то сделал, ты как криво приклеила. Наташа, ну надо было так. Вот, Наташа, она тебе правильно дала, вот так надо было соединить. Вот. Все, соединили. Давай, следующее. Вот она. Следующая стеночка. На, вот эту вот. Подожди, как? Вот с этой стороны Маш? Вот с этой? Да. Вот это вот надо. Как, вот так получается? Вот так вот. Вот так вот. А, так хорошо. Ты. А, я поняла. Просто вот это будем, да? Давай ножки делать. Просто, Катя, не там тогда клеем намазываю. Так, вот ты одна ножка. Вторая ножка. Да. Третья ножка. Третья, да, вот так вот. И четвертая ножка. Ура! Теперь клейте это, Катя. Теперь будете клеить четвертую стенку. Так, сейчас скажу. Вот, как. Вот, видите? Клейте по две. Вот так вот две клеите. Вот. Это же там были маленькие четыре вот так штучки. Вот, ну, я знаю. Вот, няня. Вот тут. И вот еще. Нет, нет, между собой соединяешь, вот так, а потом их соединяешь сверху вот так вот. Будет у него вверх. Да. Ну, я имею... Вот ой, эти... как здорово. Вот, вот так вот два, и это два. Да. Потом их вот так. Да, соединяешь. Потом между ними... Подожди, будет... давай, на, держи. О, у нас домик уже есть. Ну, почти. Ну, кривой немножко, но зато наш... Мы это сами его сделали. Это на туалет Копатыча. Давай похоже. Дальше. Ой, да, туалет похож на деревенский. Давай, машинка. Да, на Копатыча. Вот, 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 вот. Давай, Наташ, дай мне сюда палочку. А как их приклеивать? Я не поняла уже. Вот так соединяете, да? Мы их выровняем. Мы сейчас эту стену накидаем или что-нибудь еще. Да, на. Так, две готовы. Все, две соединены. Ставь. Вот теперь соединяй вот эти. Куда ставить? А, вот эти соединяй. Ну, не ставь, просто положи. Просто положи. Что? На, держи. Так, вот. Деталька, чтобы вы видели. Ты вот так вот катаешь шарики. Вам катай. Мешает? Вот, вот, молодец. Вот, Маш. Молодец. Давай, вот, давай, давай. Вот, теперь серебряный. Теперь вот эти маленькие соединяйте между собой. Да, я сейчас это приду. Давай. Вот у нас вторая стенка. Давай вот эту вот делай. Вот эти соединяй маленькие. Наташа, надержи маленькую. Какую беду? Да. Да, бери какую-нибудь. Так, вот эти соединяй. Так, вот. Да не обязательно показывать. Зачем ты кладёшь? Их вместе все четыре соединяй. Ну, не важно, давай, соединяй. Соединяй сейчас? Да, 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 соединяй. Это дверь мы делаем. Ну, вход. Мы не будем прям двери делать. А то хрюшка как пролезет? Через крышу? Да. А волка? Волка, не знаю, волка не будем делать, наверное. У нас три поросенка. Следующий год же год поросят. Нет, я хочу еще волка. Ой, и нас как раз трое. Как бы вот, одну будет звать Катя, одну Маша, одну Наташа. Замечательно. И еще маму и папу надо сделать. Да. Мама, папа это волка, мама это... Лиса. Да, мама лиса. Нет, я буду лисичкой с мамой. Хорошо. А так, теперь соединяй.
Вот ту намазывай, и к ней с одной стороны, а потом с другой стороны. Вот, да, вот так? Вот эту намазывай. Нет, вот, так, это дверь вот. Будет. Блин. Поняла так? Рыся, кнопочка. Сначала вот эту, ну пускай, что ты, ну, это поняла, интересно. Наташка, когда? Да. Не ту, вот эту клей лучше. Вот эту, да, клей. Наташа, ты держи. Так, давай. Вверх. Вот. Замечательно. Во. И опять с эту тоже клей, только с другой стороны. Эту. Вот эту, да. Так, последний ножик. Да, ножка. Да это потом надо, да, да, где он входит? Рыси тоже к нам пришла. О, замечательно, сейчас будет вторая хрюшка. Так, а давай кулачком, она будет вот такая. Кто будет? Вот такая. Третья будет такая? Нет, у нас будет голова вот такая. Не, ну как же, у поросенка должен быть этот, как его, носик всегда, пятачок же розовенький. А теперь Рыси вот эту, вот так? А теперь как соединяем? Вот так. Вот, вот так вот, а теперь соединяем вот так. А там нам не нужно, так, смотрим. Ну давай вот глазики. Сейчас, Машенька, подожди, пожалуйста, вот, вот так вот делай. Вот здесь вот мажешь, а потом здесь вот мажешь. Что ты делать собираешься из розового, из золотого? Мама, ты мне поможешь приклеить? Давай. Сейчас, Машенька, подожди, я тебе помогу. Вот. Давай вот там вот делай, подожди. А, сейчас, она просто к пластилину что-то приделает. Давай. Сейчас, Машенька. Катя, поможем сделать последний? Рисюша, девочка наша хорошая. Видишь, там где прижимать? Прижимай. Отпусти ее. Все, не надо себе прижимать. Вот, получилось. А мы сейчас свяжем его, знаешь, что сделаем? Наташ. Что? Принеси нам какую-нибудь ленточку или веревочку. Где его взять? Хотя не надо, Катя, она нормальная. Она сейчас здесь схватится, нормально будет. Не надо, Наташ, не надо. Ну, если что, вот всё. Только такая. Вот смотрите, такой домик. Вот такой. У нас домик, первый домик почти что готов, только надо крышу доделать. Да. Сейчас придумаем, как крышу делать. Крышу надо. Режу, просто режу, так салон наложим? Или сделать режу, вот так сверху, как венчик? Вот так вот. Режу. Да, просто так наложим. Просто наложим? Как веничек. Ну, легчик, это не значит лучше. Ну да, как веничек, только интереснее будет, да. Можем вот из этого сделать. Правда, я думала, это сделать из этого. Для вот так вот. Не, лучше из солома, да, хорошо. Делайте деревья. Маш, что ты делаешь? А как деревья делать? То же самое. Деревянный или деревянный дом? Ну, деревянный домик. Давай, Наташа. Точно так же, я пока буду заниматься крышей. Круто, у нас такие. Маш, давай пятачок сделаем. На, пятачок сделай красненький, пожалуйста. Хорошо. На. Вот на тебе маленький. Давай, делай пятачок. Подожди. Он должен быть кругленький. Да, и ушки делаю вот так же. Этот, я пока займусь. Нет, я не умею ухи делать. А я тебя научу. Я не умею ухи я делать. Я тебя научу. Наташ, давай. Надо еще. Все, сделал пятачок. Пятачок сделала? Пятачок. Ну, или прилепляй, где у него будет пятачок. Пятачок где будет? С какой стороны? Наташ, лепи. Вот тут. Вот тут? Катя, к тебе рыся. Так, замечательно. Вот у нас пятачок. А теперь делай ей давай, это. Тут четыре. Вот. Чем она дышать будет? А зачем нам только картонный домик? Рыся, нельзя! А на что ты будешь приклеивать камешки? Рыся! О, какая прелесть. Рысь очень любит веники. Да, она любит с ними играть, да. Рысь, давай иди отсюда. Рысь, иди отсюда. Куда ты? У тебя умничка, иди отсюда. Давай, давай, пойдем. У тебя умничка. Вот ко мне можно сюда прийти. На стол. Где ты сказал, веревочка была? Веревочка, где она белая? Вон, вон, Наташа! Вот, так... Наташа, давай, я сейчас все за... Давай. Режу, 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 режу. Маш, зачем ты золотой берешь? А можно потом, если останется, последний мне его? Режу. Мне черный. А где он потом будет, Наташа? Режу. Точно не на полу. Правда? Да. Я сегодня уже отскребала от пола. Ну, пожалуйста. Давай, Наташа. А я буду на столе делать. Ну, пожалуйста, можно? Смотри. Их раз 6, их раз 7 должно быть, да. Ну, я знаю, тут пока что 6. Так, Катя неудачную палочку выбрала. И тут я мы... Она немного вот такая. Ну, что? Скошенная. Ну, что? Ну, можешь постелить потом? Да, знаешь, летучие мыши – это опасность. Что? Летучие мыши – это опасность.
Наташенька, можешь дать мне ножнички? Рысенька. Катя, где ты клеем намазала? Ну, пускай просвет будет небольшой. Там вообще... Окошко будет. Короче, вот такая стеночка, потому что Катя Павловна неправильная. Катя Павловна неправильная выбирала. Вот держи. Да, помельче не могла найти уже. Все уже, Наташа, ладно, я тебя отрежу. Вот, короче, первая наша стеночка. Кривенькая, правда. Даже бери палочку. Но на сетке истинки. Маш, тебе будет большое и толстое задание. Можешь подрезать вот эти маленькие штучки? Вот так? Да. Будешь? Нет. Она, мне кажется, не поняла, как это делать. Сейчас, подожди, мы свинку одну недоделанную, вторую доделанную положим сюда. Это сюда. Давай, когда потрежь. Смотри, какая свинка. Во, давай. Ну, режь. Вот, еще. Подстригай. Еще. Девочки своим делом занимаются. Еще. Вот, еще. Подожди, я не уберу. Давай. Не, правильно, правильно резала. Нам все это надо отрезать. Кай, давай. Еще. Ну, эти не надо так мелко-то. Все, ты отрезала. Вот дальше режь. Давай. Вот, давай. Ну давай, а ты поменьше возьми. Сколько вот там? Еще давай. Четыре. Нет, 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 подальше ножнички давай. Вот, режь. Подожди, давайте. Вот. Давай дальше. Катя, к тебе рыся. Еще к тебе. Давай. Вот! Молодец, давай дальше. Еще. Ну что? Ну давай. Пять. Молодец, дальше. Еще. Еще. Давай, 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 моя хорошая, давай. Вот тебя. Кать, шесть, а последний. Мам, нам на следующую поменьше палочку. Поменьше чуть-чуть. Да, все, на следующую палочку хватит. Вот. Я все порезала. Да. Вроде. Давай. Вот, Кать, вот следующая стенка, вот тут семь. Опять просвет будет. Нет, там клей, видишь, это клей мутным становится. Давай. Не будет просвет. Так, стой, сейчас. Маша, ну давай Кать, поменьше, а то будет очень большая потом. Это, Маша. Покажи. Давай. Вот такая вот. Стеночка. Ну вот ножницы, возьми правильно. Вот. Может, как будто ножницы палочки. Как неправильно держала. Вот. Давай режь. Вот еще. Еще. Вот, 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 вот. Молодец. Опять высоко берешь. Пониже чуть-чуть. Угу. Вот еще. Давай, 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 давай. Ну. Давай. Вот, 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 вот. Вот ваш серый волк, который все съест. Рыся. Вон он. А, ну да. Да. Ребятки, у нас вот он, наш серый волк. Красивый. Ну, сюда собираем. Причем это волчица серая. Какая серая? Она тигр у нас. Она... А, нет, она же у нас это. Это лисичка. Рысь. Она рысь. Да. Она же рысь. Рысь вместо волка будет. И, Маш, ты рысь это в садик потащишь. А раньше мы ее звали Ириска. Не раньше мы думали просто, как назвать Ириска или Рыська. Взяли рысь. А мама отгадала имя рыси Клеопатра, но папе не понравилось. И поэтому... А нам, когда мы покупали рыси, сказали, что надо придумать имя на букву К. Потому что у нее было имя Клеопатра. Но мы придумали рыси, что тоже хорошо. О, рыся. Рыся, она прям выглядит у нас как рысь. Так, а вот это получилось. Катя, у нас пять. Со стенкой сделала. Мама, тут будет опять просвет. Ничего. Окошки будут. Ничего, рыся. Вот если она играть начинает, вот с этим. О, крыша какая. Ой, какая. Слишком огромная. Мы сейчас подрежем. Это прям шалаш. Давай играть. А может, и надо было так шалаш поставить, и все, домик поросенка готов. Клеили чего-то, делали. Давай, давай, тут шесть, давай еще. Обстригай. Во, вот так вот, да, 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 обстригай. Вот, дальше. Во, давай, стриги. Ему волосы. Да. Чего? Там, где был просвет, там все. Дай-ка я там подклею, да. Дальше. Большие ножницы. Да и большие ножницы. Я могу, да. Кать, давай. Я большие ножницы.
порежем носики. Рысь вкусно. Рысь, не ешь наш домик. Только рыбок пришел. Сожрал весь домик. Кать, давай. Ой, эта стенка самая широкая. О, тогда она будет вот эта, которая вот так. Да, давай. Давай я сейчас. Папе, пожалуйста. А так же клеить, да? Да. Да, Кать. О, молодец, да, последняя. Ну, о, круто, последний. Это у нас пугало можно сделать. Маш, не надо так аккуратно ножницами. Ай-яй-яй-яй-яй, мой пальчик. Подожди, вот здесь надо еще. Что такое? У меня пальчик влит, теперь я ударилась об ножницы. Я ударилась об ножницы. О, домик для поросенка. Клеить? Ну да, можно приклеить. Ты вот здесь вот так намажь. Вот, вот так вот, ну, по краю намажь, а я просто сверху придавлю, чтобы приклеить. Чтобы... приклеивается, она косая. Сейчас приклеим. Сейчас, подожди. Так вот, давить не надо. Сама попросила, я сама сделала. А поросят? Поросят, давай доделать поросят. Так, нам нужно доделать ему... О, давай глазки, давай. Пятачок. Глазки пятачок. Пятачок уже мы сделали. Топи. На, глазки делай. Так, хорошо. Вот, смотри, как там сначала беленькая, потом черненькая. Катя. Когда пошустрее, то это. Вот, а то сейчас скорее засохнет. С той вот такие уже засох... глаз. Давай второй глазик. Ну, всё, давай. Да. Рыся. Сейчас, подождите. Да, замечательно. Давай теперь это. Волк у нас няшка. Да, раздели на пополам. Подожди, Наташа, секунду. Подожди. Вот тут, Катя, только вот тут. Катя, вот тут. Только вот, мам, можно вот тут? Просто там, да как хочешь. Не получится. Кать, вот тут не надо, потому что там не получится. У нас получился первый домик. Вот наш первый домик. Нуф-нуфа. Да, Нуф-нуфа, я так не запоминаю. Я знаю, только Наф-наф у него был из камушков. Ну, у Нуф-нуфа было из серого. Ой, давай, и черный, вот, на. Белый кружочек. Вот, давай. Так, это то, что самое прикольное, вот домик из сена, потому что там можно и жить, и прыгать, как на батуте. Вот, четыре, это домик будет. А знаешь, моя Лиза, теперь дверь. Есть ага. Вот тут. Знаю. Большой. А где две палки? Не знаю, где это там у Наташи должно быть. Тусов. А помнишь, я в деревне... Мама, короче, домик вот такой. Ну, это как вы приклеили. Ну, это или вот... Или по-другому. А что ты клони его? Это палки такие. Уже. Вот именно, это палки такие. Мы сейчас заложим тут сено, будет все очень красиво. А, да, все будет хорошо. Давай, где еще две палки? Нет, нету. Как это нету? Так, это вот одна палочка. Нет, должна быть еще большая, вы какие-то лишние наклеили. Нет, почему? А что вот, ты делаешь? О, замечательно. Вот тут семь, тут семь. А там, оказывается, это. И тут еще семь. Да не может быть. Значит, надо было по шесть. Ну, вот ты сказала по семь. Да, отрывай вот отсюда два. Вот эти две. Ты чё? Мама, у нас тогда будет неравномерно. Нормально все будет. Почему будет нормально все? Все, домик падает. Не будет домик падать. Все. Вот так вот. На, вот две уж пискали. Пришел варвар, мама все разрушила. Короче, нам все разрушили. На, вот. Вот так соединяй. Ну, оставьте, вот стой пока стоит, сейчас мы сделаем. Ушки, давай, ушки, ушек нет. Ой, а что без... Ну, так что будешь помогать? Без уха свинья. А, нет, это же с этим не будет, Лена. А, зачем? Ведь я жесть начала склеивать. Давай. Давай делать. Делай кружочек. Я тебя буду научу ушки. Делай кружочек. Лепешечку делай теперь. Лепешку делай. Лепешку делай. Лепешку. Вот, издавливаю еще. Теперь, вон, видишь, треугольничек у тебя получился? Стой, да. Стой. Вот так, смотри. Вот так, раз. И... Давай. Ушко. А сколько надо? Четыре? Да, четыре. Давай еще одно. Давай, на. Делай. Кать, давай, теперь бери палку. Большую или маленькую? Да, да, неважно. Да, маленькую, конечно, лучше. Опля. Наташа, а потом в подушку пойду и куплю такую штуку и сделаю себе каре. Давай. Нет, из за волосы. Вот так вот. Опа. А можно с такой прической пойду в школу? Вот так вот. А у тебя рассыпется в школе. О, у нас ниф-ниф получился. Ниф-ниф. Вот, Дёся, мой маленький поросёночек. Ниф-ниф. Не, подожди, это девочка у нас. Тихо. Это девочка, смотрите. Ой, точно девочка. Это у нас Нюша. Подожди, сейчас. Кать, давай, Кать.
Аня, тебе вот этот надо знать. Давай ее будут зовут Нюша. Хорошо. Леза. Давай, нам еще одного поросенка надо делать. Какого цвета это будет поросенок? Может, у нас сейчас весь костюм будет в соломе. Вон, вон, какого будет еще поросенок? Мама! Очки от солнца. Не надо делать очки от солнца. Как это делать? Вот здесь вот? Катя, вот здесь. Так вот? Давай, клей здесь. Наверное, у нас еще получится девочка. И будет две девочки и один мальчик. Так. Растягать мальчик. Так, теперь сделаем домик. Так. Вот сюда, подожди, сейчас там приклеить. У него будет... Сейчас, подожди, приклеить, сказать, горячий очень. Наташа, принеси, пожалуйста, мне какую-нибудь ниточку, веревочку. Из моего можешь ниточку принести. Или Катя, где, Катя, твой этот? Нет, мне такая... Она плохая, она не вяжет. Ну, а какую, где я возьму? У меня в этом... Для шины принадлежности. Сейчас коробку принеси, короче. Так, все, приклеилось? Почти, давай, клей сюда. Иди. Вот сюда клей. Я попить. Подожди, Машуль, сейчас мы сделаем, и пойдешь попить, мы немножко отдохнем, хорошо? Просто все. Давай теперь здесь. Я хочу ледяной воды. Нельзя ледяной воды, это только это. Сопли прошли. Еще не до конца. Так, супер. Мне жарко. Подожди, пожалуйста. Попить хоть. Сейчас, секунду. Дайте мне ледяной. Вот получился попить. Второй домик. Вот он прекрасно а стоит. Так, у нас перерыв 5 минут. Тогда мы пока это сделаем, пока Катя ходит. Наташа, подвинь мне вот те штучки. Я сейчас буду крышу делать. Мама делает уроки, и девочки приезжают. Потому что она не тут. Чего я сюда? Все, теперь ставь домик. Вот он сюда придет. Ура, клин! Да, просто так. Маш, наверное, сюда, вот так вот, и сразу выставляйте эту, ну, как получится. Катя, камнем поделись. Мы начинаем делать третий домик. Наф-наф, да. Девочки, он накладывает. А как его этот? Во, вот так вот. Теперь ну, по очереди. Да. Ну, давай, клей. Стой, Кать, подожди, я камень не выбрала. Так, выбирайте побольше и получше плоских камней, ладно? Да. Теперь я. По возможности. Маш, иди, давай, Маша, теперь там. Маша. Теперь я. Маша, вот плоский возьми. Я пока делаю крышу. Кать, давай! Стойте! Ой, Маша. Маша, поаккуратнее теперь туда, я. А то горячо очень. Кать, ты не торопись, пожалуйста. Ты сидишь рядом, потом они я. Это... Наташа, присядь, пожалуйста. Не могу, мне солнце туда засветит. Там. Я даже не наклеила. Делай плуг. Плуг делай. Себе. Так, теперь я. Да, вот сюда плюс. Хорошо. Так. О, вот я плоский нашла. Вот плоский. Угу. Так, все я. Потом я. Потом я, Маша. Да, да по очереди, господи. Ну, сделайте одна стенка одну, одна где клеит, вторая стенку вторую клеит. Давайте я себе меньше сделаю. Вот так вот. Я эту сделаю. Я хочу меньше. Я клею. Потом ты будешь кричать, что давай, клеит. Я сначала все... Кать, ну давай по очереди, Кать. Вон, первым надо же сделать стенку. Меньше. На, это зря получается. Было. Нет, надо плоский искать. Искать плоский. Пытаться. Маша. Так, ну, Маша, смотри, здесь... а мы сейчас с тобой будем поросенка дальше делать. Что это? Может, мы поменяем с ним местами, Маша? Да, давай. Нет. Да ты будешь тут сидеть. Давай, подвинемся чуть-чуть. Подвинемся, потому что это мне... Мы сейчас загородим чуть-чуть. Сейчас, стой. Слезай, я сейчас загорожу чуть-чуть. Там синий что-то. Подожди. Ура! Вот так вот у нас получается очень прекрасно. Да
Давай, Кать. Кать, давай. Что случилось? Мама села на рысю. Давай, залезай. Будем Ну, вот так поворачивай, что... Вот смотри, сделали. Теперь будем давай делать для домика. Давай. Не знаю. Вот. Вот второй домик готов. Да? Да. Да. Ой, они такие милые. Мама, давай это будет поделка. Вот там я обязательно поделка. Фей, это надо... есть поделка. Так, нам нужен третью поросенка. Мама, давай еще феечек сделаем. Маш, какого цвета ты будешь третьего поросенка делать? Мама, мама, надо... Золотой? Золотой опять? Да. Ну, Таша, бери любые. Ну, я сказала плоские. Ну, высыпите, в конце концов. О, все, сразу. На. Быстро. Давай делать лапки ему. Делай. Раз. Пусть с тобой девочка. Ее будут звать. Он себе, по-моему, так приклеил. Да. Потафнуфнуф. Потафнуфнуф. А что ты делаешь? Это не лапа. Пока давай. Пока давай. Маш, не надо так. Красиво. Так, вот одна лапка. Давай вторую делай. Так. Там второй я буду прикреплять. Давай ты прикрепляй. Так. Так, надо, чтобы было получилось. Делать дома с камушек, это самый легкий дом. Ага, ты сейчас когда поставишь его, как бы они все не отвалились. Ого. Видишь, не отвалились. Замечательно, так он перевернулся. Замечательно, приделывай. Потому что... Лапу ей. Ну что, ставь ты его, перевешивай, что ли? Смотрите, ребята, Супер Comedy Club. Ой, он так не падает. Ой, он перевешивает. Кай, давай. Получилось у этой кружки. Не, давай поменьше, но поменьше. Может, ты мне испортила лапу. Ну, не, пожалуйста. Вот, смотри, маленький. Ой, точно, мимимишный. Так. Дай вторую. Вон, давай лапу приклеивай ему. Так. Вот. Вторая, вон, четыре лапы, давай. Вот эту я. Так, все, на, сама приделала лапу. Теперь я поменяю тебя, я буду делать эти. Все, я сделала уже, катай. Давай, приклею лапу, сейчас будем пятачок делать с ушами. Нет, сначала глазки давай. Так, вот нас. А мы быстро дома делаем. Пятачок. Да. Да, давай. Я думала, это будет гораздо... На, нет, давай сначала глазки, а потом пятачок, хорошо? На. Не, ну ты тоже пятачок сделаешь, на, глазки делай. Мне больше всего нравится клеем вот так вот делать, сюда намазать. Ну вот и мажь дальше, Наташка будет приклеивать. А то поменьше не могу взять. Ой, да ладно. Тут как раз маленький поджижал. На, глазки тебе. Те глазки. Маш, какой-то это, подожди, маленький глазик стоит. Сейчас так, маленький. Давай сбоку там. Может, нет? Так, на, давай. А там что, делай. Теперь капли будут? Так, а вот пятачок. Стой. На, лепи пятачок. Ну, ты прижал. Во-во-во. Еще. Еще чуть побольше. Во, давай, теперь черненький. И пятачок. Стой, подожди, маленький. На, пятачок. Так. О, какая крошка. Маленький. Так, теперь делай ей. Делай ей этот. На. Делай ей дырочки. Все, мы сделали стенку. Смотрите, какая она. Очень похожа, будто на водопад. Вот так ходишь. Вот как. Да. Следующее. Ну, сделано, да, там. Делать, давай, сначала мы делаем кружочек, лепешечку. А я умею с закрытыми глазами танцевать. Правда, молодец. Да. Я делаю. Давай делать ушки. Да, вот это будет желать. Ну, хорошо, пускай желать. Давай делать ушки. Так. Я же не сказала, делай кружочек. А, ты пока что... Сделала? Давай. Вот, так. А теперь с одной стороны вот так слепляй. Давай. Вот, а говоришь, не умеешь. Ну, не сильно. А говоришь, не умеешь. Все, приделывай. Так, кого? Вот так. Еще вот. Давай. Не так, Маш. Вот так вот. Давай второй делай. Так. Второй делай. Вон, Маша. Так, давай, теперь будем сейчас вот это вот мы красить. Пока не определились, как ее оформить, решили сначала просто покрасить зеленый цвет.
Да, да. Вот теперь просто приклеивай, не так, а просто вот так вот. Да. Во-во-во-во-во. Во, молодец. Вот видишь, сама сделала ушки. Давай. Теперь мы это отставляем. У нас еще один поросенок. Замечательно. Все, дали три поросенка. Да. Давай, теперь нам надо... Я раскрашу. Давай, вот крась. Вот эту всю штучку крась. Все, подожди. Уже вторая сторона закончена. Вот. Замечательно, подожди. Вот, видите? Все, крась. Вот. Вот. Во, давай, все, размазюкай. Вот. Все стоит. У вас еще крыша. А крышку где? Вон, точно так же. А, вот. Крышу. Приклеить крышу к этому, к стенкам сначала. Какая побольше, Маш. Надо все целиком раскрашивать. О, не-не-не, хватит. Давай, крась. Поаккуратнее только давай не будем, чтобы у нас листок будет. Да, да, сама. Вот. Давай сюда поставим. Давай. Маш, так старайся в одну сторону. Да ладно, зачем? Наоборот, не надо в одну. Пускай будет в разные. В разные стороны, рад. Как вот она делает, так пускай делает, так очень красиво. Ты знаешь, на море есть такие скеты, когда вот можно на них покататься. Да. Давай на море поедем и найдем их, покатаемся, когда будет лодка. Серфингом? Давай. Маш, ты хочешь серфингом заняться? Да. Сюда. Так. Давай. Давай, крась. Я сейчас отойду чуть-чуть. Подожди, дай я встану. Крась. Сейчас, подожди, я подойду. Две минуты. На. Сейчас водички тебе принесу, да, краски немножко. Хорошо, спасибо. Ну, сюда маленький. Вот, вот, нашел. Может, вот так? Вот. Вот. Сейчас я вот как у нас получается. Катя, надо вот, вот, видишь тут? Вот моя тарелка, по-моему. Супер. Такая... Размешай чуть-чуть, только не сильно. Там маленький. Вот так вот. Это будто как это? Как это называется? Когда склеивается? Цемент. Да. Фейбл. Ну, да, как будто это, да. Мама, как это называется такую штуку, когда мажут и кирпичи вот так кладут? Мажут такие, как эта штука называется? Цемент. Мама, вот это такое же, кажется, что мы... Да. Я цемент кладу, это же кирпичи. Да. Ты чего, Рысина? Ты не знаешь, всё, вот я размалываю. Там у тебя еще есть нож. Пере это. Размешай чуть-чуть. Только держи ручками. Кать, я тоже обжигаюсь. Вот, подуй. И высвети свои эмоции. Кать, вот. Ладно. Подожди, мне надо найти. Там знаешь, что сделать? Стой, надо маленький-маленький. Нет, в нем 10. Да что? Где? А, вот, вот все нашла. Ничего? Вот, видишь? Кассы-сы-сы. Сейчас передумаем. Я почти докрасила, мам. Молодец, утюмница моя. А вот эти бортики тоже покрасила? Ой. Вот здесь вот покрасить, вот здесь тоже покрасить.
Хорошо. Катя, ты что так сделала? Это ты. Вова, вот так. Дай ножнички. Немножко. И красочку немножко дайте, чуть-чуть перемешаю, чтобы она погуще была. На. Крась. О, залез. Офигеть, он так прикольно залез. Я опять чудо. Маленький какие-то. Ты сюда иди, сюда. Сюда. Даш, бери руку. Ой, кука. Иди сюда, надо. Слушайте, не да. Сейчас будешь клеить, Машуль, еще. Не торчать, ты сейчас будешь. Подожди. Так. Накрасила? Вот он. Я больше не могу. Давай бортики. Слезь, я сейчас быстренько. Давай, так, хорошо? Бортики. Давай ко мне на коленочки. Мы сейчас будем клеить с тобой. Слезь на коленочки. Ну там не испачкай, пожалуйста. Да, не надо. Зачем это? Мамочка, смотрите, вот у нас. Он уже тяжеленьким стал. Да, замечательно. Когда у тебя вода закончится, говорите, она... Не, не надо. Сейчас быстренько. Это самое... Даша, какой тебе больше всего дом нравится? Этот? Вот этот, мне вот этот. А мне больше вон желудем на верхушке. Да, ну мне все нравятся. Я сама не все нравится. Мне все нравятся. Интересно, там снимает? Снимает. Проверить? Ну, проверь. Сейчас будем клеить. Сейчас он вот так подсохнет, все. Сейчас будем клеить. Мы сначала поставим мне это. Мне надо клеить это. Маша, кого? Термоклеем вы будете? Нет. Не будем. Хорошо. Не, Маша, не. Она все снимает. Хорошо. Когда она леет? Не, не надо. Я все закончила. А это что? Что? Клейпла такой. Да. Мы сейчас будем с Машей клеить. Приклеить наши домики, пока вы заделаете. Так. Смотри, Машуль, мамина идея. Сейчас посмотрим. Тихо, только водичку сюда не полей. Смотри, мы ставим домик наш вот сюда. Домик мы будем снимать или вы приклеите его потом наверху? Смотри, если мы возьмем вот так вот, приклеим, нормально будет? Да. Или некрасиво? Некрасиво. Почему нормально? Маша, нам надо придумать, как сделать траву. Хотя вот прямо в этот носик. Да. Как? Вот так. Вот так или по отдельности просто накидать? Да. Что, ты думаешь, что-то? Ты думаешь? Да. Маш, давай не будем поливаться только водой. Хорошо. И нажимаю. Просто так. Так нормально, девчонки, будет? Ну да, нормально. Точно нормально? Да, да. Если покрасить, то вообще будет. А потом... О, точно! Точно! А потом, Маш, сверху покрасим. Слушай, точно. Так, убираемся. Вот эти... Да положи ты вот, и сейчас будешь. А ты что, забыла про то, что это покрасить можно? Да я что-то... Водичка. Зачем тебе водичка-то? Пиу-пиу. Не надо пиу-пиу. Пожалуйста. Чё, Маш, пожалуйста? Нельзя, ты чё? Так я буду клеить. Ну, а куда-нибудь клади их просто ещё в разнобой. Он просто у нас будет как этот, как травка. Можешь побольше положить. Он сам приклеит. Ну, сейчас помоем. Клей. В разные стороны клей. Потом покрасим, когда они высохнут. Очень много. Ну, не надо сильно давить, Маш. Ну, не надо сильно. Пускай так, чуть-чуть, видишь? Значит, давай посмотрим. Так, мы взяли клей ПВА и Паш. Сверху бросаем вот эти вот наши сережечки. Мы потом покрасим. У нас будет не ровная поверхность, а как травка. Да, Маш? Да, я же сказала, это будет лучше. Прям мне трубочка сбылась. Так. На. Катя, откуда у тебя деньги на этот ободок? Мама дала сумму. А мне? Ну давай, потому что она ходила в этот магазин и сделала папе молнию. Катя сделала? Не я просто
или магазин, чтобы сделали там. Нет, Маша, ну да. Ну, мама, не. Ой, там же дом будет стоять. У меня 50. Туда там не надо клей. У меня 2 50 есть. 50 и 50. Вот это что? Вот да, вот здесь клей, давай здесь, вот с этой стороны теперь поклеим, а то там а у нас можно туда тоже? Домик не встанет. Просто если бы я... Да я не верю, что она за 100 рублей купит то, что она хочет купить. Не надо туда, Маша, пока не вставить. Вот именно, там все по 200 с чем-то, Катя. Вот такие у нас домики получились с свинками. Подписывайтесь на наш канал и нажимайте на лайк. И нажимайте на колокольчик. Да. А также не забывайте писать комментарии. Еще сердечки ставьте. Всем пока-пока. Всем пока-пока.